Первый междугородний турнир по волейболу среди женских команд памяти Алексея Несговорова на призы администрации Искитимского района состоялся в минувшую субботу, 20 января. Примечательно, что сам турнир с историей и со своими верными командами. Подробности у моих коллег. В Искитимском районе женский волейбол дано в почете. Наша сборная хорошо известна в регионе. Алексей Юрьевич придумал этот турнир, так скажем. Он несколько лет проходил, обычно, по-моему, во вторую неделю января. В этом году на неделю сдвинули. Ирина Валерьевна предложила сделать этот турнир памяти Алексея Юрьевича. Идею Ирины Чудак поддержали единогласно. Имя Алексея Несговорова – безусловный авторитет для всей нашей спортивной общественности. Мы проводим уже, я, честно говоря, уже не помню, но очень долго уже этот турнир идет. Вот. И в этом году вот у нас такая вот дата, годовщина. Вот, светлая память ему. Ленёвцы, искитимцы, новосибирцы, сборная Новосибирска и Бердска – это команда высокого уровня. Они с большим желанием ежегодно встречаются вместе. Здесь очень такая доброжелательная атмосфера. Прямо вот с удовольствием всегда-всегда приезжаем. Игры хорошие, команды равные. Наталья Аверкина на соревнованиях обычно с семьей. Волейболом занималась чуть ли не с рождения. Их сестру приучил папа. Бабушка была судьей. А сейчас и своих дочек Наталья приводит сюда, в свою спортивную семью. Ленёвские девчата дружат и вне соревнований. Что говорит про их сыгранность и желание победить. Всегда на первое место настроены. Разве можно по-другому настраиваться? С таким настроем ленёвская команда одержала победу. Команда «МИГ» заняла второе место, новосибирская «Сибирячка» – третье. Междугороднему турниру пожелали прирастать командами и выходить на региональный уровень.